Нино, ты уже пела с этим парнем сегодня вместе в дуэте. Но теперь время ему порадовать нас уже лично. Он у тебя больше всего любит быть на сцене, правда? Да, но позвольте мне просто сказать несколько предложений. От чувства благодарности, да, я каждый раз говорю благодарность и честно говорю спасибо зрителю, спасибо каждому слушателю. Это самый главный, который дает направление, куда делать паузу, когда развиваться, что новое, что для них новое. И каждую их пережитую историю ты как будто чувствуешь, что вы, какой ролл ты должен и какой миссию ты должен нести в этой жизни. Но еще я очень большими благодарностями и хочу поблагодарить каждого техника, который здесь работает в СТБ X-Factor. Я люблю, не только люблю, даже мои друзья уже, я когда говорю, что знаете, что я с моими не попрощался, они уже говорят, ты со своими техниками говоришь. И спасибо им большое. Еще не хочу забыть, что спасибо и продюсерам, и костюмерам, конечно. Я самая сложная, потому что я за 4 часа или 5 часов раньше прихожу сюда, чтобы быть просто готовой для встречи музыкой. Спасибо девочкам. Огромное. Большое спасибо. Спасибо моему другу в Грузии, который автодилу, который счет для меня платье, чтобы украсить X-Factor. Спасибо ему большое. Спасибо каждому участнику X-Factor, потому что в моей жизни первый раз, как сегодня я спела первый раз на украинском мове, я сегодня первый раз спела в моей жизни, что я оценивала музыку, я всегда его принимала. И благодаря им я находила внутри абсолютно другие ракурсы музыкальные. Спасибо им огромное. И спасибо моим джентльменам исключительно, которые меня баловали и меня принимали такую хулиганку или красивую, или некрасивую, или плохую, или хорошую. Красивые хулиганы. И они меня принимали, и я себя чувствовала такой любимой и такой... Я не знаю, это все для меня подарок взамен моей концертной деятельности. И оно так звучит, как мой концерт. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. И спасибо историю украинского народа, непростую, которую носит каждый человек, проживающий в Киеве. Это наша судьба, и я хочу и желаю нам всем под Новый год, чтобы не только был мир, чтобы мы чувствовали, как его нести. Спасибо за такое мужество. И один из участников этой истории – это Кирилл Капулновский. Встречайте. Спасибо. Я не могу просто себе представить и поверить в то, что я буду петь с гору. Доброго дня. Вітаю. Привіт, як ти? Мене звати Кирило. Я знаю, знаю. Очень приятно с вами познакомиться. Господи. Когда на саундчеке стоял, я забыл весь текст напрочь. Что я знаю, что стоит за тем телевизором, за тем экраном стоит гору. И что я сейчас начинаю петь его песню, и я текст уже жить. Він і мужній, і водночас неймовірно чуттєвий. Все буде добре. Успіху нам. Тобі успіх. Мені був день рождения 2 тижні назад. І я здесь я на этом ефірі. 7th, December 7th. Я на всіх тих ефірах, на прошлом і на позапрошлом. Загадывал, чтобы был этот эфир, и я выступал и назвали. Happy birthday to you! Я хотел, чтобы проект для меня стал первым именно шагом. Вот именно таким, который повлияет на то, что будет дальше. И теперь только надо будет работать над второй ступенькой.
Каплуновский. Да, я знаю, как сходит с ума. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, 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 люблю. Я не знаю, где ты и с кем. Я не знаю, где ты и с кем. От этого кругом идет голова. Только тебя поцеловал. Это словно кислотный распад. Как назвать, с неба упасть? Зачем мне это, зачем? С кем бы я был, да мало ли с кем. Одевает их всех темнота. Только с тобой было не так. Только с тобой было не так. Любимая, но я тебя люблю. Рождаешь прилив в сердце моем, в мыслях моих. Но стону твои паруса, в шторме твоем биться устав. Дай мне цепи порвать, дай мне тебя нежно обнять. Да, я знаю, как сходят с ума. Хочешь, узнай это сама. Хочешь, узнай это сама. Любимая, я тебя люблю. Не знаю, где ты и с кем. Любимая. Концерті X-Factor. Телеканал СТБ. Прямий ефір із Києва. Кирило, я ще раз хочу побажати тобі здійснення твоїх мрій. І, звичайно, чекатимемо твоїх нових перемог у житті. Дякую тобі, це був Кирило Каплуновський. Спасибо. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.